Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе срочную продажу. Трехкомнатная квартира за 43 500 евро. Обставлена, не пустая. Но находится на первом этаже над кафешкой. Как второй этаж? Здесь такая улица в ту сторону. Расстояние от моего места до моря, до воды, максимум 350 метров. Вот улица Барбаросса, машина проехала. Отсюда до туда 85 метров. Значит, покажу здание. Вот это наше здание старенькое такое, выше 20 лет там, где-то 23 года проекту. Квартира находится тут. Показал даже окошко. Внизу вот такой маленький ресторан, где играет домино. В этой стороне у нас парк. Это начало Махмутлара, конец Кестеля. Здесь такой проект Екталара и тому подобное. Пройдемтесь дальше, прямо в квартиру. Айдан тут 30 лир. Поднимаемся наверх. Вот квартирка. Гостиная такая. Сразу пройдемся в санузел. Вот такой санузел с душевой кабинкой. Не маленький и небольшой. Здесь спальня. Тут 95 квадратных метров квартира. Это спальня 8 квадратных метров. Наша хозяйская спальня. Она просторная, 13-14 квадратных метров. Кондиционеры фирмы Indesit, инверторная. Так что можно купить и переехать жить. Квартира под ключ. Мелкие траты будут. Вот здесь такие вот шторки от солнца. Можете закрывать. Вот такой балкон. Просторный первый. Наша гостиная комната тоже просторная, с почти отделенной кухней. Вот кондиционер Indesit. Вот почти отдельная кухня. Присутствует бытовая техника. Фирма Beko, Altus и холодильник фирмы Altus. Новая техника. Мебель можно поменять. Бюджетный вариант. Недорогая квартира в Алании. Вот такой балкон второй. Более-менее просторный, чем тот. Вот можно закрыть. Рольставный. Подведем итог. Дорогие зрители, зданию выше 20 лет, 23 года приблизительно. Айдат здесь 30 лир. Находится как первый этаж, но он второй. Под нею есть маленькая кафешка. Дядьки играют в домино. Окей называется по-турецки. Квартира уже обставлена. Это как, кому интересна недвижимость в Турции, обращайтесь также. Не только этот вариант, могу найти и другие варианты для вас. Цена этой квартиры 43 500 евро. Срочная горячая продажа. Обращайтесь, не буду терять время. Всем пока-пока.